Вот вы выбрали сейчас в обед за грибами, хотя это не планировал, но дело в том, что я там настроил интересную кастрюльку такую нашел и настроил вот так. Я чувствовал, что здесь угрибное место. Видите, вот такой муравьичок. Ух ты, красавец какой. Ричард, тебе не понять. Я чувствовал, что это грибное место. И мы сейчас поищем. Нам нужны, в общем-то, молодые грибы с вами. Я как чувствовал, что здесь у нас уже будет улов, в отличие от той загородки. Так, и вот я тут уже кое-чего набрал. Я чувствую, где-то здесь еще что-то есть. Ну, конечно, вот она. Вот, и там я вижу. Ну, выключаю, мне некуда снимать, я буду собирать. Там под кустом растет, его плохо видно. Но этот здесь, если есть, то есть маленький. Я сейчас буду собирать маленькие. Ну, вот я наткнулся на махонькие. Такие мне нужны. Вот они. Такое ощущение, что это сыроежки. Не знаю, но я уверен, что это съедобно. У меня тоже как бы нюх есть на это дело. Набрали мы полную корзинку. Больше нам не надо. Мы разведали тут эти грибные места совсем недалеко от дома. Вот там уже дорога домой. И сейчас я тороплюсь, пока солнце еще есть, потому что натюрморт без солнца, ну, не очень. Поэтому пошли быстрее. Ну и действую по принципу фуд-фотографа. Сначала снимем, сфотографируем, потом съедим. Жалко, что ушло солнце. Вон оно где-то там. Я не смогу сделать такие перепады света, теней. Ну что, что есть, то есть. Будем фотографировать.